Пересохшее горло, храп, сухая кожа, плохой сон – самые частые симптомы, которые появляются с началом отопительного сезона. Последние годы популярность приобрел гаджет, который помогает пережить сухость воздуха в квартире и офисе и улучшить микроклимат. Это увлажнитель воздуха. Прибор образует пар, который увеличивает влажность. На рынке представлен большой выбор моделей, и можно даже купить себе настольную мини-версию, которая будет распределять пар только рядом с одним человеком. Следующим шагом в развитии темы увлажнения воздуха стали мойки. Это более дорогое устройство, в функцию которого входит удаление из воздуха пыли и шерсти животных. Гаджет облегчает жизнь аллергикам и астматикам. При покупке нужно учитывать квадратуру помещения, на которое рассчитан прибор, и либо покупать несколько, либо переносить из комнаты в комнату. В России мало распространены осушители воздуха. Чаще их применяют в тропических широтах. Но и у нас иногда нужны эти приборы, которые вбирают в себя лишнюю влагу из помещения и предотвращают появление плесени. Часто их покупают жители первых этажей или владельцы частных домов. Самым дорогим, многофункциональным и действенным гаджетом по улучшению качества воздуха является климатический комплекс. Он выполняет функции очищения, увлажнения, ионизации, ароматизации и даже охлаждения воздуха в комнате. Понравится он людям, которым важно спать в прохладном помещении с умеренной влажностью воздуха.